Всем здорово, друзья! Совсем недавно мы участвовали на командном турнире 3 на 3. Делал его наш уважаемый подписчик Electric Head. И правила были очень интересными. Было 6 команд, в каждой по 3 человека. При этом все 6 команд — это 6 разных кланов. Тут начинается самое интересное. Участников кланов разбивают по разным командам. То есть выйдет так, что в одной команде не будет участников с одного клана. Случайным образом каждому из нас находят по 2 напарника. И так получилось, что в моей команде оказались 2 игрока, которых я ранее не знал. Это мой подписчик Ниязов и игрок из клана NTB Рая. Мы проходили этот долгий командный путь вместе. Что ж, давайте посмотрим, что из этого вышло. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и приятного просмотра. Алло. Алло, алло. Здорово. Самое время знакомиться. Меня зовут Арен Кратос. Да, можешь не представляться, что-то. Ладно, ладно. И так понятно, да. Таджик, здорово, ты скажешь что-нибудь? Да, я... Здорово, я смотрю, ты этот, сидишь у меня иногда в чате. Чё, ты за Шаукана играешь, да? Да. Ну, супер, а ты, Рая, за кого? За Жиреса. О, нормально. Таджик, как тебя зовут, чтобы мне легче тебя называть? А то... Называй Таджик, все. Таджик. Слушай, пора, честно, вот кого бы ты в тиму хотел? Да, честно говоря, я хотел тех, с кем я еще не знаком, вот как раз. Ой, да ладно, ну честно, скажи честно. Я хотел познакомиться с кем-нибудь там. Не, ну блин, ну я попробую что-нибудь сделать, ну там пи***ц, типа, конечно. Я их попробую, прям будет верить, потому что у вас лучший капитан, вы сами знаете. Да, Таджик? Да, наверное, да. Ну да, готов капитанить? Нет. Ладно. Давайте, я на фарш, значит, первым буду идти. А, ну, да, подожди. Блин, Арман, стоп. Ты шаришь, что да как здесь вообще в этом ивенте? Да, я тут изи, смотрите. Короче, у нас сейчас будет сеточка сформирована. Узнаем, кто против нас будет биться. Ну, посмотрим. Главное, чтобы это не сразу там конец там и прочее. А, FT2, FT3? FT1, короче. Чего? Вроде... А, подожди, нет, FT3, но как бы... По одному бою, ты понял, да? Каждая игра, типа... Ой, Вроде так. Это плохо. Ща, в туалет схожу, в туалет. Давай. Ну это чтоб потом, понял, да? Да. Не обосрётся, всё ясно. Заранее готовится. Слушай, пока Таджика здесь нет, да, скажу, ну, короче, мы будем его кирить, походу, потому что, ну, Шалкан... Почему? Таджика уважаем, на мясо его пускаем первым, он же за Шалкана там чисто всех вынесет вначале. Эти B3 тычка плечо будет делать и все вынесет конца с потрохами. Ну в прошлый раз, когда я играл в FT1 на PS4, там вообще желе было. Типа, даже замиксить не успел. Меня замиксили. Так, мы играем против Авеля, Мучачеса и Китана Кан. Господи, ну тут ладно, в принципе, все такие. Я чё, именно с Мучачесом? Я именно с Давидом играю, что ли? Подожди, с чего ты взял? Да ну, не. Там, видишь, по сетке Авель, Арт Кратос, да это всё фигня, ты чё? Мы будем выбирать, кто первый пойдет. А, по-любому. Ну, потому что, ну, это тупость. Я хотел Таджика первым пустить. Таджик, давай быстрее. Походу, мы первый давай, играем. Ты здесь? Ё-моё, супер. Я когда увидел, что мы первым играем, сразу все. Ну, я думал, ты там кекаешь еще. Сразу потерся так быстренько. Да. Ну хороший план, кстати, ну чтобы не обосраться на самом. Да, короче, Таджик, тебя пускаем первым, потому что ты Шалкан, ты вообще можешь там один соло. Ты ёбер главный, да. Да. Эти, знаешь, этот галинг, твой хоп, вот эти техники. Можно сказать по чесноку уже на фарше здесь быстро. Да, на фарше противников. Ну пускай на фарш, да. А если ну, серьезно, давай, то... самый, это FT1 надо самые прям грязные техники, то есть D4 плечо, там, D1 quick hop. Да, я всегда так делал. Да, стендинг 1, quick hop, короче. Да, я это все знаю. Что я пишу Таджик, да? Да, Таджик пишет. А что там Авель, да, это? Да пофигу, Таджика пускай, он вообще всех размотает. Да, добавь еще Ниязов, чтобы точно обосрались. Мы.
Да, давай. Сейчас я шаманский ритуал подключу. Блин, почему я за Авеля болею? Подожди, сейчас надо переключить. Я просто автоматом Шалкана вижу всегда, вот против болею. Все могут выстоять против Фуджина. Ой-ой-ой. Ну это рандом, смотри, сейчас. Ой, апперкот! А! ПБ? Нормально, 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 терпит, терпит, терпит. Все, наказывай! Блин, он просто апперкот дал. Он дал D2. Во, пошли крутые техники. Стендинг 1, захват. Давай еще. На. Давай. Ух, лучший. Смотри, что делает, а. Хорош. Убивай. Хэштег таджик тащи. О, пошли, топовые техники. Плюс. Да ладно. Блядь, ну все нахуй. Чёрт. Рандомщик просто. Ну это рандом. Да нормально, нормально. Блин, да капец, стрёмно! Мы такие шаманские ритуалы делали. Вообще удивительно, что Авел, короче, прошел. Они тебя недооценивают. Короче, ты играешь за Гераса, да? Ты, короче, пузика делаешь. И этот, тупо захват. Пузика захват, да. Сюда, блядь! Крош, сейчас. Ты его убил? Нет, стой. Есть! Да, ебал, да, нахуй! Ты его завалил! Хорош! Найс! Ну нафиг! Ох, вынесен! Хорош! Ебать! Просто, ну, что творит? Еще и ногу оторвал! Ну, просто в стиле Кратоса! Ну что? Ну ты просто тащер! Я в шоке с тебя! Просто ты... Я ничего не сделал там. Это все. Мы, ты не думай, что мы с Таджиком молчали. Мы там такие шаманские ритуалы про себя пели. Поверь, там ту-ту-ту-ту-ту-ту. Поверь, там прям вообще жесть была. Нет, душу за поддержку, конечно. Мы дождь вызвали, чтобы ты выиграл. И это сработало. Не-не, смотри, смотри. Ниндзя смотрит, да, такой думает. Блин, это трэ, какой он крутой, ехать. Че там, Китанакан, да? Не знаю. Ну, он сразу начинает... Китанакан сразу начинает с панч. Сразу, всегда. А, усиленная вот этого говна, блядь. Да. Это фигня, это банши, я не знаю. Так, банши, да, усиленная, таджик. Да, да. На базу! Хорош! Просто... Вставай сюда! Изи! Что творит, что творит? Ё-моё! Таджик, классно, да, мы эти шаманские вот эти тупые, да. Просто... Барабан били, короче, его. Бля, вот, знаешь, бабушка что принесла арбан. Барабаны, мы их в них, короче. Арбан, срочно. Бля, я ПБшнул, а тут я видел двойка, короче, блин. Да ты просто бог, господь, ё-мо. Давай, задний привод максимально врубай. Ну хорошо. И назад пятится. Песочками. Блин. Так близко было, чё? Почти. Ты почти это сделал. Почти, ну, прямо так, супер близко было. Обалдеть. Офигеть. Ну, блядь, третья спарка попала, ну ладно. Не, ну там ты крутой могу. Прямо вообще. Блин, слушай, ну после такого надо закерить прямо, ну. Оф, лучший, молодец. Так, я тут, друзья. Йоу, красавчик! Ну, вот ну что, победа есть победа, детка! Молочек, бля, ну ты тоже молодец, Рэй, просто, мы все круто сыграли. Чисто Таджик прощупывал почву для тебя, чтобы ты профигачил, а потом мы начали шаманить и его добили вообще. Не, без шуток, блин, красава. Да, я обычно у Микаэла. Я один раз с ним далеко, где-то год назад сыграл с ним, он меня отымел, в общем. После этого... Я пытался отомстить Микаэлу, побить его тоже на шау. В итоге я начал майнить шау и выигрывать. Ничего себе, у тебя путь самурая. Чё, мой второй майн это вообще Рэмбо? Ну ты любишь, короче, какашки, да? Слушай, а ты планируешь поменять свой никнейм, когда ты станешь знаменитым? Нет, так как же и буду ступать. Тоже с ником Таджик Ниязов будешь выступать? Да. Наряду с Соник Фоксами и прочее, тебя будут называть Таджик? Да. Я не умею придумывать всякие ники. Да, но видно немного. Опять бы он на фул комбу вывел бы уже. Так, ладно. Смотри. А, бля, всё. Бля, связи, всё.
А нет, нет, живой. Это же Шао Кан, точно. Сколько он помог? Как? Чё это? Нет. Ё-моё. Да как так? Нога не попала, блин. Не попала. Как я его понимаю? А блуза туп. Ема. Да я видел его такого. Нога даже не... Там она даже не попала, в натуре. Что за бред? Блин, Шао Кан настолько плох, что по нему даже попадают, когда не попадают. Давай, Рэй, ты должен сделать это. Он должен, короче, он должен. Короче, Рэй, ты иди туда, а я скажу, короче, чтобы он оставался на лю, типа. Типа, лузер пик. А, да-да-да. Все, все. Не, ему, короче, пофигу. Он, короче, не забайтился. Не забайтился, ладно. А чё там? Не могу. Да, а чё я реально не знаю, винер. Не можешь. Все, я ему написал. Можно менять. Можно? Черт. Ладно, ладно, пофигу, пофигу. Давай, Гераса, давай. Давай, фиг с ним. Давай, как задний привод врубаешь просто. А потом как-то рандомно меняешь угол и снова задний привод. Как? Жрал! Не, пиздец. Ну это прям плохо было. Не, нормально, нормально. Не, я вообще не могу играть с полмана. Да, просто повезло, короче. Он даже да мог... не. Даже мудлю пикать, а в итоге пикнул лаву. Ну нужно просто ударить хотя бы. Дать Йола, рептилию, не знаю там. Фух, вот. Фух. Жесть. Хорош, блин, на потнич, блин. Потнич, потнич, да. Ахи, дед, он прям моментально все это смерть. Ебать, что такое говорит, у меня. О, на всё. Найс! Так, ну, плюс один. Молодец. Хорош. Хорошо. Блин, класс. О, да. Так, давай, скидмарки закрываешь вообще, хлопнешь, даже не заметишь. Так, ну скидмарки остался, да? Великий да. И ужасный скидмарки из клана PHT. Такс, есть. Да ну нахуй. Ай-яй-яй. Так, есть? Есть. О, хорош! Всё. Такс. Блядь. Всё! Не сломай! Хорош! Есть. Блядь. Ой. Есть. Нет! Ё-моё! Лучший! Арбан, лучший! Хорош! Блядь, ты порвал захват! Я порвал захват назад! Да-да, правильно. Ой-ой-ой, я прям увидел эту анимацию захвата, думаю, блядь, лишь бы текнул, ой. Ну тут, блядь, даже... Не, я удивлен, что он командник не сделал, то есть, я думал, он делает командник, то есть, реально испугался этот момент. Эти дерьмо! Чё? Чё? Ты выиграл? Да. О, хороший, блин, ты так тупо его убил, это просто жесть. Да, дропнул комбу, но вышел как сетап под ресет и еще и бруталк. Так, скорее всего, сейчас против тебя будет ПТУ, да? Да, ну я, блядь, я не сомневаюсь. Типа, у Stone Cold'у против тебя тяжело. Будет ПТУ, наверное. Ты против ПТУ не включаешь задний привод, прям надо его врубать, прям как гыр. Максимально тупо отдал. Или что? Да, я думаю, все это. Да. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну как было близко? Ты чуть-чуть поспешил, просто, мне кажется. Ну, да, максимально. Ты поспешил. То есть, если бы ты не поспешил, ты лайфлит бы уже, ну, как бы, разыграл бы. А я всегда вот так лайфлит сливаю. Да не, нормально, знаю, нормально. Как будто он мне в бошку забирает и знает, что я буду делать. Ну, это вообще... Пофиг. Эх! Ну, блин, я не знаю. Все. Милфу реванш не дал, это самое главное. Да. Ну, слушай, дальше все на твоих плечах. Одного забрал ты, я думаю... Что там? Ну, тебе попроще должно быть. Да, да, да. Если ты ПТУ заберешь, то... Кого? Если я заберу ПТУ, останется Рея. То есть, ну, можно это вполне. А, нет, Stone Cold останется, точно. Да, я его выносил. Для тебя легкая работа, чтобы угу. Слушай, я, наверное, даже Мелину возьму. Потому что да? он может не быть готовым к Мелине.
потушница. Тем более Мелина хорошо играет с Лао. Ла. Да. Так, парни, вы тут? Поиграл? Да. А где Рая? Не знаю, куда-то ушел. Фух, блин, ну нормально, нормально. Еще одну. Последнюю выигрываем, и мы становимся чемпионами этого турнира и вообще... Мы чемпионами. Да. Смотри, что делает. Вау, о да, сюда, победа. О, сюда, заноси сюда. Победа, детка. Чемпионы. Блин, это четко было. Это называется захеренный, блин, Арман. Это называется, что пока ты жив, ты жив. Мать его, жив. И можешь делать все, что угодно. Верно? Ну, это круто. Просто затащили. Не, это было четко, блин. Мне понравилось. Мне понравилось, что я не как баланс гол. Да хера чуваку с собой взял. Не, нормально. Не, ну ты очень круто хорошо. Тоже. Ты вынес там многих. Там таджик тоже нащупал пользу. Мы с таджиком шаманили тоже, чтобы ты затащил. Не, это было четко. Короче, блин. Вообще приятно даже сыграли. Ну, тяжело на самом деле, потому что долго. И да, формат такой дурацкий, но весело и приятно было вообще познакомиться вообще с другими игроками. Да, согласен. Так что это прям многого стоит. Всегда с тобой был, хотел побазарить. Да. Ну, что скажете, Таджик, что скажешь по поводу нашей победы на сегодняшнем турнире? Вот вы сыграли. Я только единственный опуск, и все. Да ты почву нащупал, правильно, Арман говорит? Да, мы тебя на мясо пускали там. Ты... Ну как на мясо? Ты там, смотрел, из кого хороший фарш получится. Да. Каждого и... смотрел, присмотрелся. Ну, плюс твой Шалкан тоже допатчевый, сам понимаешь, дает энергию остальным. Потому что Шалкан дает энергию остальным, но не себе. Да. Ну, блин, я не знаю. Нас захерили. Рая, что думаешь? Нет, это было очень четко. Ну вообще это, блин, само за себя говорит, что это лютый рандом был, что я с тобой попался, Таджик со мной попался. Ну ты посмотри, ну, у нас каждый матч 3-2, видишь? То есть мы на характере. Нет, это называется Арман вышел, всех разъебал. Ну я это называю на характере, короче. То есть мы реально на характере всех тут зафигачили. Ну да, можно и так назвать. На скиллухе можно даже сказать. Даже, можно сказать, не напрягаясь. Ну да, конечно. Я вообще на таком чили играл, не представляешь, действительно. На самом деле близкие бои были. И максимально. Было приятно. Приятно посидеть с вами, друзья. Огромнейшее спасибо. Я хочу сказать тебе и Таджику, вот что со мной участвовали в этом ивенте. Большой привет зрителям также. Что-нибудь, может, хотели бы сказать? Зрителям. Не, Арман красавчик. Все, что... Арман закерил. Да я вас умоляю. Спасибо за игру. Как будто вы не кирили тоже. Были определенные отрезки я кирил, определенные вы. Ну да, есть такое. Ну по большей части закирил. Самое главное, мы победили, это респект на районе от всех кланов МК-11. И пивас Корона премиум, причем не одна банка, да? Короче, все. Огромнейшее спасибо еще раз, парни. На сегодня мы закончим. Это был турнир 3 на 3 среди соклановцев, которые в разных кланах.
если можно так сказать, интерклан-турнир, да. И мы увидимся уже совсем скоро. Пока-пока.